Все машины на ходу и используются по назначению. Новые автомобили неотложной помощи помогают медикам Облучинского района ЯО в лечении пациентов. Из них 3 прикреплены к районной больнице. Один автомобиль у нас ушел в Хинганскую, кабинет Хинганской неотложной помощи. Один работает в Облучи, и третий планируется передать в фельдшерско-акушерский пункт Рады. В настоящее время он пока находится на территории больницы. Оборудование, так как еще температура, не позволяет хранить, оно хранится на складе. Фельдшер Тамара Мещанинова работает на новой неотложке с конца прошлого года. По ее словам, машина хорошо помогла на выездной вакцинации против COVID-19. Обычная нагрузка на бригаду – до 10 вызовов в день. Но зимой, во время подъема заболеваемости, их количество вырастает вдвое. Автомобиль очень нравится, комфортабельный, сиденье даже с подогревом, проходимость хорошая. Раньше был автомобиль УАЗ, совсем плохая техника была, а сейчас все хорошо. В центральную районную больницу поселка Теплоозерск переданы 4 машины неотложки. Они работают при местной поликлинике в амбулаториях в Бере, Известковом, Кульдуре. В амбулатории Бера, в амбулатории Кульдур, там кабинетов нету, но там машины предназначены тоже для оказания медицинской помощи. Они возят врачей-терапевта, врача-педиатра на вызова, на патронажи, пожилым пациентам. То есть машины нам очень нужны. Машины оснащены полностью, это как мини маленькая скорая, да? Там очень хорошее оборудование. Все машины на ходу, все работают. Ранее нередко на вызовы фельдшеру приходилось допираться пешком. В таких условиях уложить медикаменты и оборудование невозможно. А вот соответствующая установленным стандартам машина помогает в спасении жизни пациентов и экономит время и силы медиков. Автомобили у нас появились не так давно, и выезжаем мы на вызова не на все в подряд, которые нам может скорая передать пока что, а на те, которые идут через поликлинику, то есть от врача конкретно к пациентам, которые нетранспортабельны, не могут сами приехать, хронические пациенты с хроническими заболеваниями. В 2020 году 2 крупные больницы в Облучье и Теплоозерске получили 7 машин неотложной помощи. Это стало возможным благодаря плану развития центров экономического роста ЯО. Всего на средства единой субсидии приобретено 26 автомобилей. Они поступили во все лечебные учреждения региона. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости 21.